привет и добро пожаловать на King Power Stadium. Комментирую для вас сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Итак, стартовый состав Лестера. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Манчестер Сити с первых минут выпустил на поле такой состав. Эта команда привыкла задавать темп игры, контролируя мяч при помощи коротких быстрых передач. Не думаю, что сегодня мы увидим что-то кардинально иное. Игрокам соперника придется приложить немалые усилия, чтобы отобрать у них мяч, прежде чем безобидно. Перепасовка превратится в опаснейшую атаку. Очень уверенно он идет вперед с мячом. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Крайне опасная ситуация была, и очень неудачно пробил он, ведь один на один с вратарем вышел. Обязательно нужно было такую возможность использовать, но удар, к сожалению, не получился. Тилеманс.
Перейра. И место есть на фланге. Отличная возможность забить. Ох, какой момент он не использовал сейчас. Ну как же так? Да, похоже, он растерялся в этой ситуации и опустил голову. Джон Стоунс. Родри. Жезус. Кевин Дебрюйн. Жезус.